10 КАМАЗов с песком задержаны полицейскими на въезде в поселок Черновский. В нескольких километрах обнаружили и нелегальный карьер, по предварительным данным, глубиной более 7 метров. Кто и на каком основании взял это место в разработку, выяснит следствие. Этот участок в поле зрения правоохранителей попадает уже не в первый раз. Нарушители и ущерб от их действий предстоит установить.